свое требование до чувственного говоря. Финал за путевку на Олимпиаду в Токио. Сидаков и Жамалов. Дагестанец ведет 2-0. Но Сидаков сравнивает, и остальные три медали на пьедестале почета не радуют дагестанских вольников. Осетия в Токио. 2-1. 10 секунд. Сидаков идет вперед. Еще одно выталкивание. 2-2. 2-2. 2-2. Там поработай, Женя. Вот, смотри. Сережа идет там. Да, поработай, Женя. Да, внимательно, Исраил. Внимательно, да. Не давай себя дергать. Это маленькая часть яркого борцовского дня. Тут были крутые победы и досадные поражения. Федор Болтуев, Гергенов и Шерстепанов проиграли в 1/4. Только невероятный Абазгаджи Магомедов смог остановить Алдара Бальжинимаева на пути в финал. Балдан Сыжипов третий, а в финале чуточку не хватило Евгению Жирбаеву. Финал 61 килограмма будет дагестанское дерби. Я за Абазгаджи. 65 Шахиев убрал с дороги Шираева. Справится завтра с Рашидовым. 79 самая непредсказуемая разборка. Победить может любой. В 97 определяется спарринг партнерства Дулаева. Сотиев или же Браилов. А вот и кузнецы своей славы. 70 килограмм. Чемпион Исраил Касумов. 74 килограмма. Чемпион.